Старые трубы диаметром 500 мм заменили на новые 800-миллиметровые с современным типом изоляции. Это не только позволит минимизировать тепловые потери, но и продлит срок службы трубопровода до 30 лет. На реконструкцию затрачено больше 1 000 000 000 рублей. Мы получаем дополнительную возможность подключения почти 23 гигакалории. А это по большому счету 23-24 дома. По проекту планировки вот в районе улицы Усеглина и Базовских, там микрорайон запланирован на 1,5 миллиона квадратных метров, по существу это стабильное обеспечение этого микрорайона. А что касается современных технологий и прочих вещей, которые были, безусловно, использованы при строительстве этих теплотрасс, это все идет в ногу с пожеланиями, так скажем, и директивами высшего руководства стран. В рамках инвестиционной программы ровно через месяц, 5 ноября, энергетики введут в эксплуатацию 6-й турбогенератор на ТЭЦ-1, что даст дополнительное тепло городу и позволит на 15% сократить забор воды из озера Кинон. А 10 ноября планируется ввод еще одной реконструированной теплотрассы. На все проекты ТГК-14 затратит более 4 миллиардов рублей, полученных за счет средств дополнительной эмиссии акций компании. В общей сложности мы в город подали 95 гигакалорий, да? А вот сегодня больше 100 домов. Да, это больше 100 квартирных домов. Наконец-то в этом году мы полностью снимем проблемы северного соснового бора. Результаты реализации инвестиционной программы уже отметили жители Читы. В этом году впервые за многие годы за неделю с начала отопительного сезона тепло появилось во всех домах города. Марина Кузнецова, Виталий Литвинцев. Время новостей.